Аллея бессмертного полка появилась в Тюмени. Это название присвоили безымянной площадке, которая ведет к монументу «Свеча памяти» на улице Мельникайте. С инициативой выступил общественник Геннадий Иванов и областное отделение Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Идею поддержали члены городской комиссии по топонимике. Длина аллеи 110 метров, ширина около 20. По задумке здесь появятся стенды с информацией об истории акции и большой интерактивный экран. И чтобы на нем постоянно, как бессмертный полк онлайн, чтобы, но не быстро, а потихоньку, значит, фотографии, лица победителей, тружеников тыла и краткая информация, где он родился, где он воевал, где погиб, если погиб, в общем, о нем. Кроме фотографий победителей на экране будет информация и о Тюмени, городе трудовой доблести, о наших заводах и фабриках, госпиталях и учебных заведениях, работающих во время войны. Геннадий Иванов уверен, его инициатива горожанам должна прийтись по душе, ведь в каждой тюменской семье есть свой герой. Подобные аллеи уже появились в Севастополе, Туле, Калининграде, а теперь и в Тюмени.